Тематическая прогулка «Безопасная дорога». Все мы живем в обществе, где нужно соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах. Приводит к этому элементарное незнание основ правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению детей на проезжей части. У детей отсутствует защитно-психологическая реакция на дорожную обстановку, которая свойственна взрослым. Дети еще не умеют в должной степени управлять своим поведением. Чтобы добиться успеха в освоении правил дорожного движения, мы осуществляем связь между всеми разделами программы. Уделяем внимание формированию детей ориентировки в пространстве, воспитанию быстрой реакции на изменения окружающей обстановки. Начиная с младшего возраста, ведется работа с детьми по формированию правил дорожного движения с привлечением родителей. Задача детского сада заключается в том, чтобы выработать у детей представление об улицах и дорогах как о потенциально опасном пространстве, где нужно проявлять максимум внимания, понимать значение зеленого, желтого и красного сигнала светофора. С правилами дорожного движения знакомим детей систематически и последовательно. Со второй младшей группой мы проводим следующие мероприятия. Беседы по профилактике дорожно-транспортного травматизма, чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписи музыкальных произведений, рассматривание иллюстраций, плакатов, игровые ситуации, изготовление атрибутов для игровых ситуаций, целевые прогулки с наблюдением по теме, дидактические и сюжетно-ролевые игры. Играя в дидактические игры с детьми, найди такую же картинку, дорожные знаки, собери машину из частей, цвета светофора, инспектора ГАИ и другие. Дети учатся различать красный и зеленый цвет светофора, называть части машины, узнавать дорожные знаки. Очень интересной формой профилактики по изучению правил дорожного движения во второй младшей группе являются целевые прогулки с воспитанниками. Для усвоения и закрепления детьми правил дорожного движения нами на территории детского сада был организован автогородок, при помощи которого воспитанники применяют свои знания на практике с дорогой, с улицей, с пешеходным переходом, со светофором, с служебным видом транспорта, такими как скорая помощь, пожарная служба, полицейская машина. Также с детьми во второй младшей группе в автогородке проводятся подвижные игры – поезд, трамвай, воробушки автомобилей, найдите свой цвет и другие. Таким образом, у детей накапливается опыт движения по улице, обогащает словарный запас, повышается пространственная ориентировка. В сюжетно-ролевых играх водители, пешеходы, автобус, дети узнают, кого называют водителем, пешеходом и пассажиром. Систематическая целенаправленная воспитательная работа с дошкольниками и их родителями создает прочный навык поведения детей на улице, помогает сохранить жизнь и здоровье детей.